Всем привет, гости и зрители моего канала, и с вами Виталий Кратос. Сегодня я вам покажу гайдик такой мини-супер-мега-рабочий, который работает только на Divine RPG, и можно добыть до хрена орда, который работает, но немного опасненький, но он рабочий. Погнали! Так, ну, для начала гайда вам нужно создать снежный шар и также добыть несколько снега. Потом взять термометр, ну и естественно самую быструю броню, которая у вас только есть, или же какую-нибудь летательную. Создаем снежный шар. Кстати, напоминаю, что здесь есть стекло, первое, второе и третье, оно просто невидимое, текстурпак такой. Создаем снежный шар, берем снег, идем создавать портал из Divine RPG. Я его ставлю сюда. В принципе, без разницы, как он будет стоять. Хоть 10, хоть 12 блоков, это уже выбор ваш. Ставим снежный шар, тэпаемся. И все, погнали искать орда. Орда есть только в этом мире, в этом биоме. Его тут до хрена, потому что он снежный, это раз. И к тому же он, можно сказать, такой, ну, своеобразный вообще. Так, ребят, ну, в общем-то, своеобразный он тем... То, что тут есть не только же орда, а и другие аспекты, но по 90% шансов, то что тут попадется вам орда, именно орда, которую я вот сейчас и добываю. То есть тут дохрена орда, я вам говорю, просто жалами, жилами, как это так говорится, да? Хрен пойми, короче. В общем-то, орда тут дохрена, я вам советую сюда идти, но тут опасно, потому что тут есть свистульки, которые очень сильно гоняют, очень быстро гладят. Ну, я их называю свистульками, я их привык называть свистульками, потому что они свистят, это логично. В общем-то, тут дохренища аур, я вам советую сюда идти, и все. На этом гайд окончен, он был маленький, коротенький, тем, то, что он однотипный. В общем-то, все. Всем спасибо, всем пока. Oh,